Раз, раз, раз. Скорее, скорее. Фу, успел. Две фермы. Две фермы. Две фермы поставил, получил плюс 100 долларов. За просто так. В начале игры нужно поставить обязательно две фермы. Они дают сильный экономический толчок в начале игры. Главное, чтобы в этот толчок оппоненты тебя не слили. Всякое бывает. Так, развиваю экономику в первую очередь. Неважно, пройдут эти зомби или не пройдут. Если одна волна зомбаков пройдет, это не проигрыш. Потому что эти зомби слабые. Есть небольшой запас прочности. Сейчас у нас играет 3 нубика. Или 4 нубика играет. Я рассчитываю на победу. Я играю за синих. Вот я не знаю. Вот Давид может быть сильный игрок. Но я не знаю точно. Так, проходят. Надо ставить уже что-то серьезное. Придется поставить барак. Где-то здесь поставлю барак. А, прошли некоторые. Сейчас накоплю до барака. 600 долларов накоплю. Да, с двумя фермами накопить 600 долларов будет непросто. Есть, есть. А, скорее, скорее, застрял. Проклятие. Ферма есть. Барак есть. Барак построил. Ага, машинку поставил кто-то. Продержимся. Ладно, продолжаю строить. Нет, нет, надо. Барак надо, наверное, улучшить. Не знаю. Пока что я поставлю... Где моя мышка? Я мышку потерял. Белый фон. Белая мышка. Белый указатель мыши. Сложно ее видеть. Здесь. Так, вот мой пехотинец. Мой пехотинец начинает воевать. Оп. Недолго воевал. Надо, наверное, еще улучшить барак. Ну, сейчас. Сейчас улучшу барак. Ой-ой-ой-ой. Проходит, проходит. Далее. Сейчас улучшу барак. Так, босс будет сейчас... Все, улучшил барак. Потом будут невидимки. Надо к невидимкам подготовиться тоже. Ну как, не имея денег. Ага, нам отправили... А, нет, не отправили. Пока все нормально. Еще пехотинцев поставлю. Улучшение сделаю для пехотинцев. И как-то на экономику надо будет переключиться. Значит, проиграем. Ненадолго хватило. Ну, двое гораздо круче. Это, эффективность у них очень сильно растет. Экспоненциально растет. У пехотинцев мощь огневая растет. Постепенно. Так, еще чуть-чуть. Этот босс проходит. Нет, не проходит. Есть. Улучшил. Барак. Барак я улучшил. Зомбак прошел чуть-чуть. Но очень далеко. Он не пройдет очень далеко. Так, ладно. Займусь экономикой. Надо уже экономикой заняться. Эти уже не пройдут. Это не опасно. Вот.
Ну, этот не пройдет. А дальше уже ничто. Ой. Не знаю, что и делать. Чё? Надо еще ферму. Барак ставить надо. Надо, да. Надо барак ставить. Большая волна пошла. И потом уже. Ну что, ставить надо будет. Команду поставил. Один товарищ. Так, не иди, машина давит. Ай. Команда съесть. Так, поставлю-ка я офицера для команды, для всех. Их. О! Всем буст. Всем улучшение. Ой-ой. Что-то меня это не радует. Проходят. Так, улучшение надо делать. О, ему. Этому бараку надо делать улучшение небольшое. Как-то мы слабо играем. Один у нас нубик, один профессионал, видно, играет. Но этот не пройдет, уже не страшен. Серый волк. Так, вот это... мистери. Опасная. Все, экономика, все. Не проходит, выстраиваю экономику дальше. Пройдут. Пройдут. Не, не пройдут мне. Что надо теперь? Еще ферм. 6 ферм мало. Хотя бы 8 надо. Минимум. Просто нужно простоять. 40 волн. 40-я волна последняя. Так, получилось. А, нормально. Два прокачанных барака сложно. Сложно нас воевать. Ну, все, все. Эти не проходят. Какая экономика занимаюсь. Тут у них броня. О, некромансер. Немного ему осталось. Не опасно. Ой, 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 надо чуть-чуть прокачаться. Ой, босс, пошли. Ой-ой-ой. Надо еще барак прокачать. Теперь время прокачать барак. 3400 стоит прокачать. Проигрываю. Другой барак. Ладно. Время сразу же холодненьких. Замораживаю. Их отправляют наши враги. Ладно. Да, на грани фола мы играем с моими компаньонами. Надо враг улучшать. Точно. Здорово, свое улучшение. Я не могу улучшить. Нет, надо... По-любому надо чуть-чуть
ферм. Ой-ой, сильно бот пошел. Так, где мои командос? Получил улучшение, слышно, как он стреляет по-другому. Командос силен. Так, ботов мочит. Так, этого босса теперь я не знаю. Сможем мы? Босс так сразу видно. Два прокачанных барака у меня есть. Что-то не похоже, что мы его остановим. Надо прокачать барак еще раз. Дорогая прокачка. Да, он почти прошел. Он проходит. Он проходит, а не я. Походу все. Этот сдулся. Все. Не коплю. Не коплю. Не коплю. Не буду ходить. Все. Сдулся. Команда сильный. Так. 6 ферм. Мало. 7 ферма. Их много, по 180, и они быстро идут. Команда получит. Команда что получит. Ха, просит меня купить пехотинцев. Оу, где ж ты поставил файзер? Рядом с моим командиром надо ставить было. Нет, я так не играю. Ну все, буду лучше. Ну будет играть. У меня же офицер стоит там. Вот поставил далеко, а их. Пусто нет. Улучшение, усиление нету. Но я не буду своего офицера ставить в каждой башне. Кто? Ой, кто? Ладно, теперь ставлю улучшенный барак, улучшаю барак. Тоже проиграю. Поставил далеко гараж свой. Там. Вот, два босса. Третий босс идет за 800 долларов. Его можно отправить? Да, их отправили. Ну и зря они их отправили. Я улучшаю теперь бараки. Оба барака улучшаю. До максимума. А то проиграем. Быстро бежит. Ай, прям страшно становится. Сейчас пойдут у меня уже крутые пехотинцы настоящие. Все, а? Этот барак улучшил, сейчас этот барак улучшу. А, теперь надо улучшить. Чуток. Так, теперь барак улучшаю еще один. А, не прошел, не прошел. Сейчас надо. Не опасен. Пройдет. По сердцу мне осталось не печать. Ай, застрял. Ай, застрял. Лавы. А, нет. Они крепкие. Да. Улучшил. Все. Сейчас еще одно улучшение сделаю. Я барака. А мы уже выиграли. Останавливаю запись.